Центры обслуживания клиентов Тверской генерации в областной столице работают не первый год. До недавнего времени у компании их было три – на улице Вокжанова, Петербургском шоссе и проспекте 50 лет Октября. Результат работы офисов говорит сам за себя. Их услугами воспользовались уже тысячи горожан. Ежемесячно в центре обращаются до 2000 человек. За время работы наших центров мы обслужили более 25 тысяч граждан, которые приходили к нам с самыми разными вопросами. С 1 сентября к трем действующим центрам добавился еще один. Новый офис открылся на третьем этаже торгового центра «Южный». Здесь обслуживают всех горожан, но особенно удобен он для жителей микрорайонов Мамулина, Брусилова и Южный. В этом офисе, как и во всех центрах обслуживания клиентов, каждый потребитель может получить определенный комплекс услуг. Жители всего города могут получить консультацию по услуге за горячее водоснабжение и подачу отопления. И также оплатить ее без комиссии в наших кассах, через терминал или наличной оплатой. Тверской генерации подчеркивают, что работа центров обслуживания клиентов строится, исходя из запросов потребителей. Пенсионерам наверняка удобнее получить консультацию днем, а работающим горожанам – вечером. Работа центров организована таким образом, чтобы обеспечить комфорт для жителей нашего города. Поэтому в среду и в пятницу наши центры работают до 19 часов. Таким образом, работающее население может спокойно прийти и решить свои вопросы с нашими специалистами. В среднесрочных планах Тверской генерации открытие еще одного офиса в поселке Сахарово. В компании отмечают, что если у потребителя есть вопросы по начислениям или оплате, ему обязательно помогут в любом центре обслуживания клиентов, независимо от того, в каком районе Твери он проживает. Мы постоянно работаем над созданием комфортной обстановки в наших офисах, и поэтому всегда ждем наших потребителей для решения их проблем. Юрий Бумбур, Антон Шишкин, Твериград ТВ.